Здравствуйте, дорогие наши зрители! Громче, громче! Благодарим вас за ваши громкие аплодисменты! Мы рады приветствовать вас на гала-концерте конкурса детского хореографического творчества «Танцующий город» в рамках городского фестиваля «Юные таланты земли Зеленоградской». Громче, громче, разогреваемся! И открыл его ведущий творческий коллектив города Москвы, студия современного танца «Касталия». Громче! Руководитель студии Стукалова Мария Валерьевна. Номер, скорее всего, вы уже догадались, называется «Матрица». Сегодня проходит заключительный этап фестиваля, наш гала-концерт. И мы приглашаем вас погрузиться в мир детства, в мир ярких открытий, в мир творческих и уникальных юных талантов. На нашей сцене самые маленькие участники конкурса. Давайте поддержим громкими аплодисментами. Ведущий творческий коллектив города Москвы. Театр хореографических миниатюр «Балаганчик». Руководитель Пономарева Лилия Александровна. Встречайте! Хореографическая миниатюра «Утро в курятнике». Ну и подарить всем присутствующим праздник и хорошее настроение. На сцене ансамбль танца «Лучшее детство». Руководитель Казьмина Марина Витальевна с номером «Строители». Thank you.
Прекрасен мир, когда смеются дети, когда в глазах и счастье, и восторг. Прекрасен мир, когда танцуют дети, и перед ними тысячи дорог. Ведущий творческий коллектив города Москвы, ансамбль танца «Планета детства», руководитель Ерохина Ольга Николаевна, представляет танец «Давай дружить». Аплодисменты! Талант – это то, что человек любит делать больше всего. То, что никогда не бросит. То, к чему он возвращается снова и снова. То, от чего получает огромное удовольствие. И сейчас хореографический ансамбль «Надежда» под руководством Трохиной Ольги Юрьевны представит нам хореографическую постановку на белорусском материале. Полька «Скакуха». Встречаем. Thank you.
несмолкаемые аплодисменты продолжают звучать. И на сцену мы приглашаем объединение хореографии «Корсон», руководитель Суворова Анна Дмитриевна с номером «Пташечка». Встречаем! Дикорода и плать.
графических миниатюр «Балаганчик» с номером «На рыбалке». Танцуй и будешь активным, танцуй и будешь веселым, танцуй и будешь счастливым, танцуй и будешь здоровым. И на сцене ведущий творческий коллектив города Москвы ансамбль танца «Планета детства» представляет танец «Хлоп-топ, мы танцуем хип-хоп». Мы танцуем хип-хоп, вот мы и кроссовки, и снова тренировка. Танцуем, не жалея.
Да, можно погромче. Погромче, а то немножечко уснули. Танцуй, пока хватает сил. Сопротивляйся непогоде. Пока холодные ветра твои не растрепали косы. Танцуй, пока в душе твои вопросы. На сцене ведущий творческий коллектив города Москвы. Театр хореографических миниатюр «Балаганчик». Игра с ветром. Давайте встретим бурными аплодисментами! Разогрелись, да? Громкие бурные аплодисменты. Как ручейки питают реки, так и народное творчество будет живым родником питать наш русский характер. Приглашаем на сцену хореографический коллектив «Премьера». Руководитель Викторова Ольга Вячеславовна. Исполняет Бахметьева Алиса. Русский народный танец. Утушка луговая. Встречаем! Thank you.
Танец — это эмоции, преобразованные в движение, которые происходят в ритме современной жизни. И мы приглашаем на сцену ведущий творческий коллектив города Москвы, студия танца «Креатив», руководитель Святская Елена Августиновна с композицией «Дотянуться». Загляденье взорвется вширь и в высоту. Он всем покажет, без сомнения, души российской широту. На сцене хореографическая студия «Фортуна». Руководитель Лукашов Дмитрий Романович с номером «Карагод с поясами» на материале Курской области. Thank you.
эпохи дней мы часто бежим, не замечая того, что происходит вокруг нас. Важно остановиться и осмотреться вокруг, сделать паузу и найти себя. Ведущий творческий коллектив города Москвы «Каденс», руководитель Никулина Екатерина Юрьевна, исполняет «Лапина Милана». Хореографическая композиция «Мои лица». Ваши аплодисменты. Каждый человек рождается талантливым. В каждом ребенке скрыта бездна творческих способностей. А развить эти способности можно только безграничным трудолюбием. Встречаем громкими аплодисментами. Громкими аплодисментами. Не засыпаем. Хореографический коллектив «Виктория». Руководитель «Короткая Маргарита» Николаевна. Народно стилизованный танец. Делу время, потехе час. Таня, Танюшка, Таня белая, ай да ли-ли-ли-ло, лиша ли-ли-ли-ло. Да, Таня белая, все да румяная, ай да ли-ли-ли-ло, лиша ли-ли-ли-ло. Да все румяная, чернобровая,
да лилилю, лиша лилилю, да водила-то на цене по-нашему, ай да лилилю, лиша лилилю, да не по-нашему, по-турецкому, ай да лилилю, лиша лилилю, да по-турецкому, по-немецкому. Ай-да-ли-ли-лю, лиша-ли-ли-лю, да подводила танцы под воеводи на двору, лю-лю, лиша-ли-ли-лю. Ошибками, пусть любой обретет свой успех. Хореографический ансамбль «Волшебные туфельки». Педагоги Наталочка Елена Николаевна и Трушина Наталья Сергеевна. Песня «С цепи» встречаем. Ah, 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 ah
Наш фестиваль мы посвящаем красоте, красоте танца, самому волнующему, самому возвышенному и прекрасному из всех искусств. Поскольку танец не только отражение жизни, танец – это сама жизнь. Ведущий творческий коллектив города Москвы – театр хореографических миниатюр «Балаганщик» с номером «Риск». Коллектив города Москвы Cup Dance хореографической композиции «Ненавижу свою шею» и другие мысли о том, как быть женщиной. Давайте встретим громкими бурными аплодисментами! Buonasera, padrone del caso, male, yes, bene, atraso.
Buonasera padrone del caso male, Gesù bene tras. 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 Hey! Концерт к завершению. Мы выражаем благодарность организаторам фестиваля и всем тем, кто поддерживал нас. Мы желаем всем присутствующим в зале творческих успехов и, конечно же, вдохновения. А главное, не забывайте, что вы новое творческое поколение и будущее именно за вами. Давайте отметим это бурными аплодисментами. Просыпайся, рассвет, и танцуй минуэт с городом. В небо солнце взлети, всем тепло раздели. Не зевай, поскорей подымай радугу и танцуй полонез под игру звонких крес радостный. Если город танцует, если город танцует, значит город сердцем молодой. Если город танцует, если город танцует, молодец с тобою и со мной. Снегири на берегу.
ветерок, руки в бок, пляс пошел высоко, по звездам. Паровоз сто колес, сбросив пар, побежал к станции. Машинист, гармонист, Симферону поем танцами. Если город танцует, если город танцует, значит город сердца мало. Обязательно обладать талантом. И тогда победа, успех и огромное чувство удовлетворения приходят к тебе. И ты понимаешь, что все твои старания не прошли даром. И вот он, долгожданный результат. Для приветственного слова на сцену приглашаются члены жюри. Члены жюри. Старший преподаватель Московской академии русского театра и Института славянской культуры РГУ имени Косыгина по классической, современной, эстрадной и народной хореографии. Это еще не все. Победитель телевизионного проекта «Минута славы» и финалист танцевального шоу «Танцы без правил» на ОРТ и ТНТ. Громче, громче, громче! Хореограф, постановщик артистов российской и зарубежной эстрады, солист ансамбля «Ритмы планеты» и актер музыкально-драматического театра «Ромэн» под руководством народного артиста Российской Федерации Бориса Сергеевича Санкина. И несмолкаемые аплодисменты прошу. И Николая Алексеевича Сниченко, город Москва. Верхоляк Альберт Валентинович. Добрый день, уважаемые дамы и господа, жители этого прекрасного города Зеленоград. Мы получили сегодня такое эстетическое удовольствие от праздника красоты и грации. Насколько талантливые все были сегодня дети, выразительные, какие оригинальные постановки мы сегодня увидели. Спасибо вам за отзывчивые сердца, которые были сегодня с помощью ваших аплодисментов. Потому что дети — это цветы жизни. И поддерживать такое творчество, хореографическое искусство, самое искреннее искусство на Земле. Одно из самых искренних – это язык тела, души.
это то, что искренне выходит на сцене через творчество наших добрых сердечных детей. Поэтому я искренне желаю всем любви, здоровья, счастья, процветания, гармонии в душе, душевного равновесия, мира в вашем доме, мира над головой, и пусть радуются, улыбаются и счастливы будут наши дети. Аплодисменты. Прекрасные слова. Мы встречаем следующего участника жюри, да? Правильно? Педагог и тренер по направлению хип-хоп во втором поколении. Это очень серьезно. Ведущий выпускник МГИК отделения современной хореографии в составе команды. Помогите мне выговорить, пожалуйста, это прекрасное слово. В составе какой команды? Кимберлайт. Просто у меня тут другая информация. Кимберлайт и занял первое место на чемпионате Испании. Также вошел в десятку в номинации «Соло-профи». Многократный победитель в номинации «Соло» на чемпионате России и Европы. Руководитель танцевальной студии «Рейнджерс» Касьянов Семен Геннадьевич. Дорогие дамы и господа, я хотел бы сказать, дорогие земляки города Зеленоград, я хотел сказать, что то, что я увидел на этой сцене и отбирал по видеоотбору, это были потрясающие работы в плане того, что художественное произведение, помимо того, что это танец, должна быть техника, должна быть четкость движений. Было потрясающе погрузиться в каждую вселенную, грубо говоря, если можно так назвать. Поэтому да здравствует творчество. Спасибо большое. Выражаем огромную благодарность за профессиональный подход членам жюри. Проведение оценки конкурсных выступлений им действительно было непросто. С нелегкой задачей пришлось им столкнуться и определить лучших из лучших в танцевальном жанре. Итак, мы приступаем к торжественному награждению. Итак, мне сразу первое принесли, друзья. Лауреат первой степени, ведущий творческий коллектив города Москвы, ансамбль танца «Планета детства». Давайте встретим громкими аплодисментами. Давайте громче, громче! Какие девочки красивые! Какой танец у них зажигательный был, и не один. Молодцы! Лауреат первой степени, ведущий творческий коллектив города Москвы «Каденс». Громче, громче, громче! Очень приятно видеть осознанные лица в момент исполнения. Прекрасный номер был у девочек. Лауреат первой степени, хореографический коллектив «Премьера», руководитель Викторова Ольга Вячеславовна, а исполняла, конечно же, Бахметьева Алиса. Лауреат первой степени, ведущий творческий коллектив города Москвы, театр хореографических миниатюр «Балаганчик». Именно здесь были самые маленькие участницы нашего гала-концерта. Давайте еще раз поддержим бурными аплодисментами таких юных артистов. Лауреат первой степени, ведущий творческий коллектив
города Москвы, театр хореографических миниатюр, балаганчик, не уходите далеко. Лауреат первой степени. Шаг вперед. Девчонки, это был номер апельсины, да? Девчонки и мальчишки. Лауреат первой степени, ведущий творческий коллектив города Москвы, студия танца «Креатив». Лауреат первой степени, хореографический коллектив «Виктория». Лауреат первой степени, ведущий творческий коллектив города Москвы, театр хореографических миниатюр «Балаганчик». Лауреат первой степени, ведущий творческий коллектив города Москвы, студия современного танца «Касталия». Ну, девчонки, смелее, смелее! Эти аплодисменты звучат для вас! Лауреат первой степени, ведущий творческий коллектив города Москвы, театр хореографических миниатюр «Балаганчик». Лауреат первой степени, ансамбль «Танцы». Строители. Громче, громче, громче! Лауреат первой степени, ведущий творческий коллектив города Москвы, студия современного танца «Касталия». Лауреат первой степени «Кам-дэнс», ведущий творческий коллектив города Москвы «Лапина Милана». Лауреат первой степени «Объединение хореографии «Корсон».
первой степени хореографический ансамбль народного танца «Надежда». Лауреат первой степени хореографическая студия «Фортуна». А мы все так же ярко звучим. Сейчас самое интересное. Чтобы стать победителем, нужно обязательно обладать талантом. И тогда победа, успех и огромное чувство удовлетворения приходят к тебе. И ты понимаешь, что все твои старания не прошли даром. И вот он, результат. Гран-при. Награждается хореографический ансамбль народного танца «Надежда» Гран-при! Творческий коллектив города Москвы, театр хореографических миниатюр «Балаганчик». Возрастная категория 6-7 лет. Конечно, самая хорошая награда – это детский смех и радость. Полученные награды. Дипломом Гран-при награждается ведущий творческий коллектив города Москвы. Студия современного танца «Касталия». Возрастная категория 11-13 лет. Творческий коллектив города Москвы. Театр хореографических миниатюр «Балаганчик». Смешанная возрастная категория до 18 лет. Дипломом Гран-при награждается ведущий творческий коллектив города Москвы «Каден». Старшая возрастная категория 14-17 лет.
В завершение этого прекрасного вечера мы хотим объявить победителя хореографического конкурса «Танцующий город». Вы готовы? Вы готовы? А еще громче! Единогласным решением жюри эту награду за лучший номер конкурса получает творческий коллектив города Москвы «Камбург».